столице Чувашии стартовал 8-й республиканский конкурс инновационных проектов по программе «Умник». Участники представили на суд экспертов свои научные работы. Как ученые молодежь предлагают улучшить общество и мир в целом, узнавали мои коллеги. Плодородная почва для взращивания новых идей, инкубатор бизнес-инноваций. Все это об «Умнике». Уже 6-й год в столице Чувашии собираются самые одаренные и талантливые студенты и молодые специалисты. Цель у всех одна – доказать, что их идея способна изменить окружающий мир в лучшую сторону. Проекты представлены по 5 различным направлениям. Павел Моисеев из сельскохозяйственной академии знает, как сделать так, чтобы на дорогах было меньше аварий. Многие автомобили и там есть небольшая оплошность, можно так сказать, или недочет в конструкции. Из-за этого недочета многие автомобили попадают в аварию. Некоторым образом решил эту проблему. Там параллельно насосу гидроусилителя устанавливается гидроаккумулятор. Можно предложить некоторым заводам данную разработку и существенно повысить надежность автомобилей. Конкурс проходит при поддержке Фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере и Минэкономразвития Республики. За 6 лет работы фонда в Республику удалось привлечь более 165 миллионов рублей и реализовать около 200 разработок. Однако этого недостаточно. До сих пор существует проблема. Многие местные предприятия сотрудничают с умами из других регионов. Органы власти стараются решить эту проблему. Мы собираем сейчас со всех промышленных предприятий те технологии и разработки, которые они планируют реализовывать в ближайшие 3-4 года. И далее все эти темы и их планируемые неокры мы доведем до наших вузов, чтобы в будущем вы могли ориентироваться в том числе и на те потребности предприятий, которые сегодня существуют. И свои темы, в том числе по программам «Умник», также вы смогли бы реализовывать в данных направлениях, что даст вам возможность гарантированно внедрить их в производство. «Умник» проходит в 69 регионах России. Победители получат грантовую поддержку на 2 года в размере 400 тысяч рублей. Далее они могут подать на старт и получить до 2 миллионов на первый год. Далее уже 3 миллиона, потом 4 миллиона. Дальше уже, если это компания, то есть у нас другая программа, которая предполагает до 15 миллионов рублей. Есть и другие международные программы. То есть, войдя, собственно, вот в этот инновационный лифт, они могут вырастить свою идею, воплотить в реальный какой-то бизнес. И есть случаи, когда выходит на международный уровень. Конкурс инновационных проектов «Умник» позволяет одаренным молодым людям не только развить и реализовать свою идею, но и дает возможность создать творческо-научную среду, в которой могут появиться новые и неожиданные решения. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.